Вот вход в парк, вот ватерхолл, значит, до водопада можно дойти. В общем, идем. Вон, Калсок National Park, видите, написано. Машины выезжают, мусор забирают. Вот речушка. Видите, горная речка чистая. Горная речка чистая. Обычно мутная вода, а здесь вот она чистая, потому что такая же, как и у нас на Кавказе. Интересно, холодная или нет. В общем, карта этого парка. Вот видите, тут и водопады, и слоны, и реки, и озера. Какие-то там поинты для фотографий. А вот что водится, видите, и змейки есть, и пиявки. Типа осторожно. Как дела, да, Алиса? Ну все, двигаемся. Вот такая дорога идет в парке. Не асфальтированная, просто гравийка. Тропинка такая. Вот. Ящериц тут вот таких много. Бегают. Какие бамбуки, видите, растут мощные. Прям создали арку такую над тропинкой. Бамбуковый лес. Сейчас растет бамбук. Как копье. Видели как? Я никогда такого не видел, что бамбук рос. В смысле, а зачем? По природе. Не-а. Идем, в общем, по лесу, и периодически запах слоновьего помета, так это назовем. Где-то и слоны, и слышали, уже звук какой-то был. Как слоны, знаете. Вот такое ощущение, что поезд идет, и у него... А это насекомые так. Они такой звук издают. Сейчас, в общем, кто-то так в этом лесу зашерудился сильно. Мы с Толей немножко испугались. Наверное, обезьяны были. Вот, можно искупаться, не хочешь? Очень хочу. О, слышите? То где-то прямо вот тут вот на дереве уже рядом. Ну, капец, такой звук. Во, где-то элефанты уже тут близко. Бамбук спиленный. Видите, как выглядит. Секция им кажется. Ага, дай. Ну, он не тяжелый такой. Прикольно. Вот тут какие обезьяны водятся. Мы таких не видели еще на Пхукете. Очкастые обезьяны. Ага. Лемурс. Это южные лемуры называются. О, лемуры. Да, лемуры. Дошел до водопада. Вон он, видите, это водопадик. Здесь перекат такой. Вода. Вот. Бурная река, но чистая. В общем, вот такая прогулка по джунглям у нас получилась. Вот, сейчас иду вот по такой тропиночке тут. Коренье-моренье. Надо все это пробираться. Помыл голову в воде. Речная, такая прохладная вода. Удивительно, прям здесь в Таиланде. Но горная речка тоже прохладная. Кайфово вообще. Давайте, путешествуйте. Живи, жизнь одна. Живем один раз, не думайте, что завтра вы проснетесь в другом теле. Красавчик. И начнете все с чистого листа. Нет, ни черта такого не будет. Вот. Просто лампочка выключится. И все, что вы нажили... Все, что вы успели, только в вашей голове, и оно схлопнется. Ну и людей, которые вас знали. А все остальное не имеет значения. Вот так вот, запомните. Да, еще сейчас вот иду. Запах, знаете, вот как ландыши цветут.
настолько разнообразный запах джунглей, разные растения цветут, и вот эти запахи, звуки, настолько тут пит, бьет ручьем, вот, что действительно природа матушка создала такую красоту. И ты когда не чувствуешь этого, не прикасаешься ко всему этому, находишься в городе, вот, не все это не видишь, мне кажется, ты очень много теряешь в своей жизни. Потому что вставайте с диванов, идите только в дороге. Как говорится, человек находит себя. Дорога — это одна из лучших, если не сказать, что самое лучшее изобретение человечества. Ой, ребятки, хорошо, речка. Просто красота, ребята. Чистая, прохладная водица в тропиках. Кайфую вообще. Просто кайф. Фу, отлично, отлично. Продолжаем движение. Спустился к такой заводе красивой. О, смотрите, какая речушка. О, жара, ребята. Снял футболку. Просто невозможно. Как жарковато тут. Немножко сейчас отдохну около этой заводи. Видите, какая заводь. Он и маленький какой. Вон маленький держится за мамку. Вот они еще. Целое семейство обезьян. Какие красивые. Смотрите. Красивые. Здесь все там зубки. Прикольные. Классные звери. Вышел я из леса, порядка 9 километров прошел, вот. Фу, отлично, отлично сходил. Вон Савадикап, вон слоника ведут, по улице слона водили, как будто на показ. В общем, короче, тут деревня слонов. Еще один слон, сейчас до него дойду. Вот смотрите, сколько слонов. Вот один, второй, третий. Какой мощный. Ну, такой этот хобот мощный. Смотрите, какой у него хобот. Он так берет, у него такое дыхание горячее, слон, капец. Быстро ест. Like a green food, and then more, later you can use time or put the medicine, use the herb, like a, yeah, herb. Yeah, herb. Yeah. Like a body size. You need
Да, возьми. Становись. Ага. Какое мощное животное вообще. Красавец. В общем, вот такие вот слоны. Ладно, двигаемся дальше. Погнали. В общем, выезжаем со слоновой деревни. Вот они, слоны стоят. Вот нам приводили этого слона.